еще разочек представлюсь. Я, собственно, да, Владимир Демченко, спортивный врач, реабилитолог. Если кто-то знает такое слово, как остеопатия, врач, доктор остеопатии. Также обучался фактически всем реабилитационным концептам немецкой физиотерапии. Соответственно, это основные, наиболее признанные концепты, так скажем, механического воздействия на тело при его механическом повреждении либо неправильной биомеханике. Да? И сейчас, соответственно, работаю с спортсменами различных категорий, как любителями, так и профессионалами. Соответственно, одно из моих мест работы – это хоккейный клуб ЦСКА. Такие ребята шайбу гоняют, старшая команда. Соответственно, активно курирую теннисистов, бегунов, пловцов, и вот с этого года еще и лыжников. Вот. И, соответственно, когда меня спрашивают, кем работаешь, я говорю, ну, работаю биомеханикой, в основном руками с этой биомеханикой работаю. Вот. Сегодня мы немножечко поговорим о биомеханике, о том, что может произойти в триатлоне. Если будут какие-то вопросы, сегодня народу действительно немного, можете сразу задавать, что-то разберем. И я думаю, что, может быть, какие-то даже функциональные тесты можно прям будет всем вместе поделать, посмотреть, в каком находимся в функциональном состоянии сейчас. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, ну, вы, я так понимаю, вы уже занимаетесь триатлоном, да? Нет, я собираюсь. А, еще пока собираетесь, да? Вопрос такой, можешь поднять руки, кто уже, ну, что-то делал триатлетское? Сейчас пойдем по составляющим, да? Хорошо. А кто из бега пришел в триатлон? Большая часть, да? А кто из других видов? Из каких? Хоккей. Хоккей, отлично. Так, а вы из плавания? Кстати, по статистике, женщины больше из плавания идут в триатлон. Да, соответственно. Хорошо. Итак, соответственно, есть небольшая специфика в том, что триатлон – это, скажем, три вида циклической нагрузки, которые осуществляются последовательно, без передыха. Вот. И, так скажем, основная проблематика в нем заключается в том, что циклические нагрузки, которые происходят, да, в каждом из видов спорта, нагружаются на другие регионы. И особенно, когда человек переходит из моноспорта, например, бега, в триатлон, его сердечно-сосудистая система уже очень хорошо подготовлена, да? Его ноги уже очень хорошо подготовлены, а на плавании он встречается с тем, что нужно работать руками, к примеру. Да? И дело в том, что мы адаптируемся к тому виду нагрузки, который мы обычно употребляем. Да? И, соответственно, скажем так, что вся остальная система функционально уже готова к высокой нагрузке. И руки, так скажем, использовались в основном вот так. Да? И тут требуется совершенно другой двигательный стереотип, совершенно другая нагрузка, совершенно другие мышцы. И первое, что может подстерегать человека, да, который говорит, да, я уже 42 километра пробежал, что мне там проплыть там 2 или 3 километра? В том, что он своей мощной системой, да, начинает работать теми мышцами, которые раньше так не работали. И может получить в новых направлениях спорта, да, которые он не пробовал так интенсивно, довольно характерные новичковые проблемы, с которыми сталкиваются, так скажем, больше новички. Да? Вот. И первое, что мы с вами будем разбирать, это будет плавание. Да, и большая часть, я думаю, здесь присутствующих приходит из бега. И разберем, что может поджидать в плавании и почему. Кстати, еще один момент. Бывало такое, что все происходит на одной ноге, например, все проблемы. Или там с одной стороны. Да, там все время что-то происходит с одной ногой. Вот на выходных все время учусь, и приехал очень интересный человек, Алекс Сапир, очень интересный физиотерапевт, прикладной кинезиолог. И сказал такую интересную вещь, что, в общем-то, все происходит на одной ноге не просто так. Вот, мы тоже об этом поговорим. Вот так, пока небольшая интрига. Хорошо. И, кстати, все были на беговой лекции или только несколько человек? Я повторюсь буквально самые-самые такие базовые вещи, которые хотелось бы рассказать о современных подходах к функциональной медицине.
скажем так, что больше раньше главенствовала основная идея, что совсем раньше, когда был Гиппократ, что человек един, все органы едины, да, и информации было мало, все врачи знали обо всем, вот, и вот как чуть-чуть холистический подход в целом. Вот, потом информация резко увеличилась по объему, и все начали делиться, там, врач правой ноги, врач левой ноги, врач желудка, врач там, печени и так далее. Вот, и привело это к тому, что начали человека разбирать по запчастям, и перестал складываться целостный подход. Только где-то последние, скажем, ну, меньше 100 лет только обратно начинает собираться целостный подход к всему телу, как, к всему организму, как единому целому. И лечение не каких-то одних зон, да, а, так скажем, не симптомов, а лечение – выход на понимание причинности. Да, и, соответственно, развились такие функциональные направления в медицине, особенно они сейчас касаются проблем опорно-двигательного аппарата, да, как остеопатия, как прикладная кинезиология, которые пытаются максимально выходить на причинность проблем опорно-двигательного аппарата, а не лечить конкретно какую-то зону. Вот. Скажем, одни из основных моментов, которых стоит упомянуть, что, во-первых, человек – это единая система Tensegrity, это вот такая штучка, видно? Палочки и резиночки, все это держится за счет взаимного сжатия и натяжения. Это такая 3D-структура, которая не меняет свою форму при поднятии в воздух, да, и она находится в постоянном каком-то определенном натяжении, определенном давлении, определенном натяжении. И, так скажем, более понятная структура Tensegrity – это какая палатка туристическая. Я думаю, у всех что-то подобное было, да? Вот, соответственно, у человека точно такой же принцип построения. Есть мягкие ткани, да, которые находятся в постоянном натяжении, и есть, так скажем, несущие конструкции, которые находятся в постоянном давлении. Да? Соответственно, если человек вытащить кость, он превратится в шарик. Не в лужицу, в шарик. Вот. А триатлет превратится в плотный шарик. Вот. Соответственно, чем меньше он будет растягиваться, тем более плотный шарик превратится. Вот. И вся эта система такая вот натянутая, все время в определенном тонусе находится. Соответственно, весь этот тонус, это прям так совсем вкратце, да, распределяется по телу не совсем равномерно, он распределяется по определенным линиям. Эти линии представляют из собой определенные мышечные полосы, так называемые мышечные цепи, анатомические поезда, там кто во что гораст их называет. Куча исследователей, все, причем начали, знаете, откуда исследовать вообще мышечные цепи? Из йоги. Да, то есть почему именно асаны-йоги так, вот, так или иначе выходят? Потому что в итоге в асанах-йоги растягиваются эти как раз цепи в максимальное натяжение выводятся. И потом уже функционально и анатомически было доказано, что действительно это напряжение в теле, которое есть, оно распределяется по определенным законам. Вот. И, соответственно, есть определенные места перегрузок, определенные места нагрузок и так далее. Соответственно, это один из концептов, да, и этот концепт очень актуален в циклических видах спорта, потому что в циклических видах спорта у нас идет нагрузка на одни и те же зоны, на одни и те же мышцы, которые активно укорачиваются, и, соответственно, большинство проблем, которые ко мне приходят, они, так скажем, проблемы перенагрузки на одни и те же зоны, да, повторяющимся стереотипом. Вот. Соответственно, это прям так вкратце. Если пошире, то на лекцию побегу. Вот. Соответственно, мы целостные, да, и наша целостность распределяется по определенным цепям, по определенным технологиям. Еще один момент, о котором я хочу сказать, что всем этим безобразием управляет нервная система. Это вот как раз про что был семинар Алекса Сапирова, мне очень понравился в этом плане. И наша нервная система всем командует, управляется из спинного мозга и из головного мозга, и она самое главное, главное не мышцы. Да? И любое движение, которое бы мы ни производили, оно производится в первую очередь включением, да, импульсами, которые производятся из центральной нервной системы. Соответственно, как, по крайней мере, говорит Сапира, мне, в принципе, очень сейчас стало симпатизировать эту вещь, которую я уже напроверялся, действительно интересно, что особенно при повторяющейся нагрузке, да, у человека может возникать следующая ситуация, что при бытовой нагрузке у него нет симптоматики никакой. Да, то есть он ходит, там, немножко катается на велосипеде, может быть, там, на машине катается, там, ходит от метро до метро. И его проблемы, на самом деле, именно нервной системы скрыты. Да? И когда повышается нагрузка,
скажем, нервная система не может дозвониться до некоторых мышц. И выглядит это таким образом, что импульс, который проходит к мышцам, да, для того, чтобы создать какое-то определенное движение, он не успевает до всех мышц дойти в определенное время, и мышцы включаются в не очень правильном порядке. Вот. И, соответственно, когда ты просто ходишь, это ничего страшного, а когда ты начинаешь повышать нагрузку, мышцы постоянно включаются в неправильном порядке, и начинаются проблемы в, скажем, конечностях с опорно-двигательным аппаратом, которые на самом деле связаны с нервной системой. Вот. Если вам интересно, то, я думаю, вас сегодня немного, буквально какие-то быстрые проверочки можно будет даже на вас сделать, хорошо ли функционирует ваша нервная система хотя бы на ногах. Да? На нижних конечностях. Ну, к примеру, можно привести меня. У меня проблема грыжа между третьим и четвертым поясничными позвонками. И моя левая нога функционирует, включаемость у нее примерно 20%. Да? Поэтому при увеличении на нее нагрузки у меня тут же начинает болеть колено. Соответственно, если меня манипулируют спину, ну, работают со спиной, я могу бежать довольно далеко. У меня не болит колено. Да, казалось бы, где колено, где третий поясничный позвонок. И когда я хожу, ничего не происходит, просто да, двигаюсь. Начинаю повышать нагрузку, у меня начинаются все проблемы начинаются слева. Ну, там голеностоп начинает вылетать слева, колено начинает вылетать слева, все начинает вылетать слева, просто потому что неправильно иннервируется левая нога из поясницы. Вот. Поэтому, так скажем, на что стоит всегда обращать внимание при повышении нагрузки, это на, так скажем, боли или какие-то ощущения, которые появляются у вас в целой конечности или целой стороне. Например, если вы бегали, и у вас было все нормально по ногам, и начали, например, плавать, да, и вы, например, понимаете, что у вас пошла симптоматика по одной руке. Вот вы понимаете, что как бы рука что-то как-то плохо гребет. Или, например, вы бегали, начали кататься на велосипеде и поняли, что на велосипеде одна нога начала барахлить, именно одна нога, да, именно вот, грубо говоря, либо уставать больше целиком, либо пошли проблемы по суставам, все по одной ноге. В чем отличается велосипед и, например, бег? В том, что бег мы бежим относительно с прямой спиной, да? А на велосипеде мы сидим согнутыми. И если у вас, например, есть, ну, грубо говоря, там, протрузия или грыжа в поясничном отделе позвоночника, при прямой спине у вас корешки, нервные стволы не будут скомпримированы. Но как только вы занимаете вот такую сгорбленную позицию, нервные стволы поджимаются. Если бы в ней просто сидели, ничего бы не было. Но когда вы начинаете активно использовать мускулатуру, да, эти мышцы могут начать именно в этой позиции выдавать слабость. И у меня таких триатлетов довольно было много, которые говорят, плыву отлично, бегу отлично, сажусь на велосипед. Особенно, знаете, когда этот педаль с возвратом, прикрепляющиеся педали, доконтактные педали, говорит, не тянет нога назад. Я говорю, попробуйте выпрямиться. То есть, как только выпрямляется, нога начинает тянуть. Вот, поэтому первый мой совет, когда вы переходите к новому виду спорта, да, который включает новую запчасть, конечность, это обратить на нее внимание, не происходит ли с ней в целом что-то. Да? В принципе, это можно достаточно быстро прозвонить, нет ли какой-то компрессии. Но, скажем, прозвон там, в такой ситуации, прозвон в нагрузочной ситуации – это немножко разные вещи. Да? Поэтому первое, что я хотел бы обратиться, да, что если вы чувствуете, что что-то с целой конечностью, стоит сделать как минимум МРТ позвоночника. Да? Посмотреть, нет ли там из центральной нервной системы всяких грыж, протрузий, которые будут поддавливать корешок. Если есть, то желательно это дело полечить сначала. Да? Например, у меня вот этот триатлет, который на велосипеде, ему подправляли посадку, и, соответственно, ему становится резко легче, если он катался в тракционном поясе, который немножко приподнимал поясничный отдел позвоночника, так накачивается, чуть приподнимает, ему становится резко лучше, он нормально крутит педали, никаких проблем нету. Вот, а на МРТ большая грыжа в пояснице. Соответственно, по поводу нервных стволов, шеи и так далее. Вот, видно, да, позвоночки? Между ними выходят спинномозговые корешки. Это у нас в скелете тоже видно, но далековато. Соответственно, между каждым позвонком выходит нервный ствол, который идет иннервировать часть руки, какие-то определенные мышцы в этой руке. Одно из первых, что мы будем говорить о плавании, одна из проблем в плавании, что очень много работы головой и шеей. Согласны? Нырков.
Соответственно, это не так характерно, как в беге и велосипеде, где довольно статичное положение шейного отдела позвоночника. И когда вы включаете очень много сгибаний и разгибаний, может начаться боль в шее, как вот у Макса. Соответственно, когда происходит боль в шейном отделе позвоночника, мышцы укорачиваются, позвонки начинают сдавливаться побольше, соответственно, могут быть проблемы, которые идут в верхнюю конечность за счет субклинической компрессии корешков. То есть не то, что вас в руку бьет уже прям резко, отдает и все немеет, а просто как бы рука может начать хуже тянуть. Поэтому первый совет по шейному отделу, соответственно, после тренировки, если мышцы шеи начинают зажимать, да, мышцы, производящие экстензию, то есть запрокидывание назад, они все находятся сзади. Вот, соответственно, компенсирующее движение для этого – это растягивание головы шеи вперед с хорошим вытяжением. Особенно, если, как понять, что вам нужно растягивать шею после плавания? Можете сейчас наклонить и достать подбородком до грудины? У тебя получается? У кого есть выраженное натяжение сзади? Ощущение такое прям выраженное? Нету, да? Вы уже плаванием занимаетесь, да? Вот, надо растягивать уже шею. Остальные, видимо, еще не так много занимаются плаванием, чтобы начать растягивать. Вот, это первый знак, если вы опускаете подбородок к груди и сильно начинаете тянуть по шее, что шею нужно растягивать. Иначе спазм мускулатуры может начать оказывать компрессивные действия на ваш шейный отдел позвоночника. То есть мышцы диски начнут сдавливать, да? Мышцы начинают просто как бы, ну, укорачиваться и, грубо говоря, притягивать шею к плечам. Ну, так, если грубо. Вот. Если притягиваешь шею к плечам, то диски начинают сдавливаться немножко. И если у вас все отлично в шейном отделе, то, может быть, ничего не произойдет. Если там не все отлично, а по последним исследованиям, ведь сейчас модно, да, там на грыжи пенять, на протрузии. Когда стали массово делать МРТ, поняли, что после 35 лет это вообще, да, у всех есть. И протрузии, и грыжи, и пролапсы, то есть снижение высоты дисков есть фактически у всех. Вот, у меня просто грыжа огромная, потому что я кандидат в мастера спорта по самбо. Да, кидал больших мужиков. Вот, соответственно, заработал себе. А так, даже если не занимались какими-то рывковыми нагрузками, все равно проседание в дисках очень многих людей наблюдается. Так что первый совет – растягиваем шею. Хорошо. А еще одно упражнение для шеи, чтобы скинуть быстро тонус. Можно поставить руки из наклоненного положения, дать сопротивление, да, и начать голову разгибать. Удерживаем 5-10 секунд до появления мышечной дрожи. Расслабляем и растягиваем. Называется феномен постизометрической релаксации мышц. То есть если мышца пытается сократиться в течение 5-7 секунд, потом расслабляется, она уходит в гораздо более глубокое расслабление. Так можно, на самом деле, разные мышцы расслаблять. Мы об этом тоже немножко поговорим. А для шейного отдела можно натянули, да, чуть-чуть посопротивлялись, 5-7 секунд расслабили, еще потянули, вытянули. Вот. После того, как поправили шейный отдел, пойдем на плечо. У меня сегодня так времени не очень много, да, хотелось бы еще на вас немножко посмотреть. Поговорим про плечико. Есть такое даже понятие, как плечо пловца. Соответственно, понятие очень-очень сильно сборное. Скажите, из здесь присутствующих, кто уже плаванием позанимался, у кого плечи болели? Раз, два. Не болели? Не болели? Это замечательно. Вот. Но сегодня расскажу немножко о том, как понять, что болит плечо, что с этим делать, опасно оно болит или не опасно, да, и почему. Соответственно, смотрите, чуть-чуть про анатомию. И, кстати, по поводу неврологии сразу хочу сказать, что все-таки, да, первое, что нужно смотреть, если вдруг начинает болеть плечо, то, наверное, одно из первых моментов – это попробовать хорошо растянуть шею. Вот, и посмотреть, не стало ли легче плечу. Вот, и еще один, как тест шея-не шея, да, с плечом, если вдруг что-то начинается, можно вот так вот наклонить, придержать рукой, противоположную от болевой стороны сторону, да, немножко вниз и вбок. Таким образом, мы открываем пространство для нервов с противоположной стороны, и руке должно стать, если, ну, резко связано с иннервацией, может стать получше. Соответственно, плечо – очень сложный сустав, и можно так сказать, что имеет два основных слоя мышц, если совсем упрощать.
поверхностный слой больших мышц, да, широчайшие мышцы спины, как ни странно, мышцы, контролирующие плечевой сустав, да, мы очень хорошо и плывем. Да, это грудные мышцы, они тоже огромные и мощные. Это мышцы кора, которые тоже, да, контролируют плавание. Вот сейчас такую вот какую картинку. Здесь различные фазы, так скажем, в плаваниях различными стилями. Да, то есть основная мощность приходится на крупную мускулатуру, так скажем, которую обычно любят качать в зале. И, в принципе, если вы посмотрите на, так скажем, ну, есть там целый ряд упражнений, которые в зале рекомендованы для улучшения плавания, они все направлены практически на увеличение как раз крупных фазических мышц, которые осуществляют грибок, да? И второй слой мышц, и, кстати, с этими мышцами редко что происходит плохого, на самом деле. И второй слой мышц внутренний, так называемый манжета ротаторов. Это вот плечо спереди, плечо сзади. Понятно? Ну, лопаточка, видно? Плечевая кость. Фактически вот, если смотреть на наш скелет, мышцы, которые крепятся вот здесь, да, и под лопаткой. Они значительно менее мощные. И если говорить про движение, в принципе, они делают вот так. Вот так и вот так. Именно вращательные движения. И они в основном предназначены не для того, чтобы совершать силовое движение. Они предназначены для того, чтобы движение стабилизировать. Делать его очень четким, стабильным и правильным. Вот. И фактически плечевой сустав, он висит. То есть это сустав, который не закреплен со всех сторон, он просто как подвешен. И вот это вот манжета ротаторов с надосной мышцей, они обеспечивают как бы стабильность подвеса в правильном месте плечевого сустава. Ну, если так говорить, да? Соответственно, все основные проблемы, которые происходят у пловцов, ну, на самом деле не только у пловцов, вообще, в принципе, народ, как у меня с плечами ходит, у всех в основном проблемы как раз с мышцами манжеты ротаторов. Вот. Соответственно, почему эти проблемы происходят? Чаще всего они происходят, первое, из-за нарушения вот этого как раз мышечного контроля. То есть, представляете, да, там порядка 30 мышц пытаются вот, ну, при каком-то сложном движении включиться в нужной последовательности. Да, это все речь о там, миллисекундах. Вот, и состабилизировать плечо в нужную позицию, чтобы все происходило очень-очень-очень-очень правильно. Да? И, например, какие-то мышцы перегрузились, где-то чуть-чуть нервный ствол поджало, где-то еще что-то произошло, что-то сработало не очень хорошо. Если это сработало не очень хорошо, скажем, в течение 500 метров, то ничего страшного. А если это сработало в течение там, 3 километров, да, то может возникнуть ряд проблем, которые все вместе называют плечом пловца. Сейчас. Фактически это объединенное понятие трех патологий. Это тендиниты, то есть, так скажем, проблема с сухожилием мышц, да, воспаление мышц. Второе – это импичмент-синдром. Это когда головка плечевой кости слишком высоко подходит. Вот здесь видно? Акромиальное сочленение, акромиально-ключичное. Ну, такая полочка. Видно? Есть головка плечевой кости. Вот. И когда головка плечевой кости слишком высоко подтягивается, и кроме того, что она подтягивается высоко, структуры, которые находятся между головкой плечевой кости и лопаткой, например, воспаляются, отекают. Да? Соответственно, происходит их ущемление, и рука просто не может задвинуться под, нырнуть вот сюда. Вот так. И на косточка должна, плечо должно нырнуть под кость здесь. Синдром импичмента или ущемления. Вот здесь вот как раз он и происходит. И, соответственно, третья патология, которая называется бурсит плечевого сустава, это воспаление, так скажем, специальной сумки суставной, такой дополнительной, которая находится между, здесь серозная такая сумка, между акромиальным сочленением и плечевой костью. Причем все эти три патологии очень часто в разной степени выраженности бывают одновременно. Да, потому что, например, произошло поджатие плечевой кости,
пошел импичмент ущемления, пошло ущемление, начало тереть мышцы, которые там находятся, они воспалились, произошел еще и тендинит. Да, и все это радостно, все опухло, воспалилось и болит. Вот. Вот так ныряет косточка. Видно? Заходит. Это рентген многочисленный, который сделан при поднятии руки. Заныривание. Ради науки люди там таблетки неопробованные кушают, а тут всего-навсего рентгеном получится. У меня, кстати, моя преподша по неврологии миллион лет назад, которая очень такая пожилая, говорила, что раньше они как суставы лечили, еще до того, как узнали, что рентген вредно. Приходишь, говорит, в рентген-кабинет и говоришь, щелкните мне коленку 50 раз. И 50 раз щелкают, и радиация подавляет воспалительный процесс. Не знали, что это вредно. Как бы. Ну, нормально, кстати, дожила там до сих пор преподает, ей что-то под 90 лет, ничего, не умерла от радиационной болезни. Вот. Соответственно, очень важно, да, чтобы мышцы вот этой ротаторной манжеты были в нормальном состоянии. И желательно контролировать, так сказать, состояние мышц ротаторной манжеты. Это можно сделать при помощи довольно простого теста, который можно даже проводить, в принципе, самостоятельно. Можно, кстати, сейчас посмотреть, насколько в хорошем состоянии находится у вас ротаторная манжета и насколько хорошо проворачивается плечевой сустав. Сделайте вот так. И теперь локти на 90 градусов поворачиваем вниз. Вопрос. Появляется ли у кого-нибудь боль в плече при этом? В конце амплитуды особенно. Есть, да, немножко? Да. С обоих сторон, с одной? С обоих. С обоих, да, тут подвижность некоторая. Теперь смотрите, из этой позиции сделать пассивные небольшие движения назад, рывковые такие. А сейчас какое-нибудь появляется? Напряжение появляется. Вот здесь появляется, да, немножко боль? Там... В конце амплитуды, да? Угу. Соответственно, смотрите, если боль появляется уже просто, да, вот как вот довели до низа, то это как минимум значит, что нужно очень хорошо разогреться перед тем, как давать нагрузку, плавать. Если при добавочной нагрузке, то есть вот рывочек такой небольшой, вот, то, так сказать, ну, то есть вот это уже, может быть, даже обратиться к врачу стоит, если просто, да, поворот болезненный. Если при легком рывочке, то надо очень хорошо разогреваться. Вот, второе – это ротация в обратную сторону. То есть поворачиваете в обратную сторону и опять, ну, до конца сначала смотрите, есть ли боль. И смотрите, я не отвожу руки назад, а именно, видно? Вот я стараюсь как-то взять, вот. И потом даю легкую добавочную нагрузку. Если появляются простреливающие какие-то боли, то тоже желательно, да, сначала подразогреть, хорошо подразогреть руки до того момента, пока это не пройдет, это ощущение. Еще вопрос. Какие-нибудь были щелчки во время вот этого диапазона? Причем у меня. У вас, да? Вот. А разогревать-то как? Сейчас. Хорошая, да, штука. Вот, я сейчас покажу, как разогревать. Соответственно, перед любой циклической нагрузкой, да, и вообще перед любой нагрузкой желательно разогреваться. Соответственно, это один из тестов. Второй момент, который тоже такого простого самоконтроля. Как насчет мышц, которые находятся спереди, как на их укороченности и удлиненности. Если заложить руку за спину, то минимально для нормы в плечевом суставе вы должны дотронуться до нижнего угла лопатки пальцами. Без болевых ощущений. Спокойно это должно происходить. То есть если это происходит с болевыми ощущениями, то желательно обратиться к врачу. Если это происходит, не происходит, то есть застревает где-то здесь, вот туго подвижность, то это нужно больше растягиваться. Тоже покажу как. Хорошо? Соответственно, с двух сторон оцениваем симметричность. Вот это вот. Вот у меня немножко гипер, да, вот до сюда. Минимум должно доходить. У всех доходит? Вот, это такие, это тесты, которые... И, соответственно, еще один есть тест на плечевой сустав. Соответственно, если поставить так руки, пальцами вперед, и поднять максимально наверх. Причем пальцы не разворачивать, вот они даже прям ровно, потому что захочется немножко повернуть, если не будет задумываться. И в конце амплитуды можно тоже чуть-чуть поделать. Если есть боль, это, естественно, больше на кромиально-ключичное сочленение, то тоже как это стоит обратить внимание. Да, вот эти моменты желательно проводить, ну, может быть, ну, в принципе, достаточно быстро, да, то есть вы можете бах, бах, бах. Если там, раз, раз,
Буквально перед тем, как, ну, там, скажем, размялся, да, и перед тем, как нырять, особенно большую дистанцию, можно быстро оценить состояние своего плечевого сустава. Запомнили, да, как это делается? Ну, достаточно просто. Раз, раз, да, добавочные подавал. Если все нормально, то, в принципе, можно нырять. Просто если у вас это не получается, да, если рука, например, зависает где-то тут, не доворачивается, то на большой дистанции большая вероятность того, что вы можете, ну, повредиться, соответственно. И чаще всего происходит как раз повреждение вот этой ротаторной манжеты. Как производить разогрев? Я думаю, что ну, это больше как бы задача тренеров, которые вас будут тренировать. Чаще всего это пассивные движения в суставе, начинающиеся с... Это, кстати, разогрев любого абсолютно сустава, так начинается. Начинающиеся с неполной амплитуды, обычно с бытовой амплитуды, и увеличивающиеся постепенно до максимальной возможной амплитуда, да, движения. Соответственно, любой сустав, который вы разогреваете, да, начинаете с неполной амплитуды, уходите в итоге на максимальную амплитуду, обязательно безнагрузочную, холостую. То есть мы как будем говорить при разогреве на велосипеде, да, то есть там тоже будет разогрев на первый километр на пониженных передачах, да, для того, чтобы для разогрева коленного сустава и мышц, которые подходят к коленному суставу. Вот. И, соответственно, довольно важно это тонус большой грудной, малой грудной мышц, особенно малой грудной мышцы. Знаете, у нас здесь две мышцы находятся. Большая, которая гребет, и малая, которая в основном контролирует лопатку, и прямо под ней находится плечевое сплетение, проходит. И если ее очень высокий тонус, во-первых, лопатка будет в неправильной позиции, во-вторых, могут поджиматься те самые нервы в руку. Да? Соответственно, нам требуется хорошее их растяжение, хорошая их растяжка, поэтому я очень рекомендую тоже в растяжку включить, так скажем, как у меня один пациент сказал, ломиться в дверь в открытую. То есть дверной косяк, да? Мы ставим руки сначала на... Понятно, вот здесь дверной косяк воображаемый друг. Вот, и начинаем немножко в него проваливаться. Соответственно, можно так растягиваться пассивно в течение 3-5 минут для того, чтобы хорошо шло растяжение, во-первых, ротаторной манжеты, во-вторых, ограничивающее переднее растяжение и грудных мышц. По 1-2 минуте просто стоите, немножко растягиваете мышцы. Как сказать, симптом, что их точно надо растягивать, что мы не можем заложить руку назад или при отведении назад не получается увести руки дальше оси тела, да, вот сюда не можете увести, то есть вот прям застревает вот здесь где-нибудь или вот здесь рука, сюда не уходит, значит точно нужно растягиваться, иначе можно получить определенный травматизм. Вот. И после того, как уже размялись, делаете тесты, смотрите, поворачиваются ли руки одинаково и происходит ли какая-то боль. Да? Вот. И тест для шеи, тоже запомнили, да, как делать? Опускаем подбородок до груди. Если нет выраженного натяжения сзади, значит, шея все с мышцами, так скажем, сзади, с тонусом, все хорошо. Если тянет, значит, нужно растягиваться и делать постконцентрическую релаксацию. Так, на этом моменте вопросы есть? Отлично. Если есть боль, и как понять, что боль не очень хорошая? Как я уже говорил, что основную нагрузку на себя должны брать крупные мышцы, да, крупная мускулатура. И, в принципе, я думаю, все уже знакомы с такой историей, как отсроченные мышечные боли. Да? Это когда позанимаешься в зале, позанимаешься любой нагрузкой, через день начинает... Ну, может, у кого на следующий, у кого через, начинает все болеть, да, именно мышцы начинают болеть внутри мышцы. И боль такая носит довольно-таки постоянный характер, если немножко посидел, потом встаешь очень тяжело. Мне как-то раз слышали про протокол Табата? Нет, есть такой протокол, когда можно заниматься один раз в 10 дней группой мышц, и она будет супер развиваться круто. Вот, я решил на себе попробовать, на икроножных мышцах очень зря. Это когда делаешь интервально очень быстро с платформы вот такие вот движения, и, казалось бы, так вообще ерунда. Потом я 2 недели старался нигде не засиживаться. То есть я все время переминался, потому что настолько были мощные эти отсроченные мышечные боли, что если я
присаживался, например, на лекции, вставал, то я так делал, и вот так медленно, расходишься, вроде ничего. Главное не садиться. Вот. Протокол Табату на всю жизнь запомнил. Понял, почему один раз в 10 дней, потому что так себя уродовать можно только один раз в 10 дней. Чаще просто не получится физически. Вот. Соответственно, вот такого характера мышечная боль может быть, особенно в крупных мышцах, которые работают. Какая боль плохая? Боль плохая, которая идет, во-первых, стартовая, то есть вот вы прыгнули, делаете первый грибок и сразу чувствуете боль. Резкую. Причем не вот вся мышца болит, а простреливает достаточно вот как бы такими острыми, даже острая, достаточно локализованная. Вот острые локализованные боли, особенно стартовые, то есть при самых первых движениях, это уже те боли, на которые стоит обращать внимание. Дальше они могут, например, проходить по мере того, как вы увеличиваете нагрузку. Ну, не увеличиваете, а разогреваете, так скажем, мышцы, производите нагрузку. Вот. А потом они могут возникнуть через 3-4 часа после тренировки, либо на следующее утро. И опять же, они вот возникли резкие, немножко поработали, как будто легче. На следующую тренировку они могут возникнуть раньше и держаться дольше. Вы встречались когда с таким видом болей? В коленях особенно, при беге особенно. Вот. Это стандартное такое повреждение именно уровня сухожилий и уровня прикрепления сухожилий к костям. И к этой боли стоит прислушиваться, то есть когда она имеет вот такой характер. Да? И эти боли желательно... так сказать, понять, откуда идут, во-первых. А во-вторых, их невозможно перебегать, переплавать. То есть, чем больше вы даете нагрузку, тем просто хуже вам становится. Поэтому, если возникают боли в местах прикрепления, если возникают боли прострельного характера, если возникают боли, которые болят именно через 2-3 часа и на следующий день, то желательно дать определенную передышку, да, хотя бы там несколько дней себе. Зачастую требуется пропить коротким курсом, я обычно даю на 3 дня NICE, это нестероидное противовоспалительное средство. Кстати, еще один совет, под нестероидными противовоспалительными средствами нельзя заниматься спортом. Ну, то есть нельзя уколоться двойной дозы диклофенака и побежать, если болит колено. Ну, можно в плане, но будет плохо. Вот, потому что они обладают выраженным обезболивающим эффектом, и вы просто не чувствуете, что раздалбываете себе коленку или плечо или еще что-то. Вот, соответственно, если вот характер болей такой, либо если боль дает ограничение движения, то есть, например, при плече, вот вы поднимаете руку, бах, и дальше она не идет, либо идет, но с выраженной болью, то это тоже плохая боль, та, по поводу которой стоит обращаться, она тоже, скорее всего, сама, ну, либо сама не пройдет, либо как минимум требуется ограничение тренировок. Да, это не мышечные боли, которые, вот, ну, как бы сказать, хорошие боли. Вот. Или вы, например, поворачиваете и чувствуете, что эта рука повернулась вот так, а это вот так. Вот. Это тоже плохой знак, и вы это можете не чувствовать какое-то время, пока как бы, да, не пойдет проблематика больше. Если плечо уже начало болеть, что с этим делать? Нужно посмотреть, как оно еще болит. Если кроме боли есть острый прострел, как иглой такой длинный по руке или по ноге, это относится и к рукам, и к ногам, то это, скорее всего, боль по нерву. Да? И чаще всего она исходит от того, что нерв ущемился либо в позвоночнике, либо где-то по ходу движения. С такими болями тоже желательно как минимум сходить на массаж, растянуть позвоночник и позаниматься спиной, да, так скажем. Либо если к боли прибавляется плюс симптоматика, то есть боль и онемение, например. Или боль и слабость в мышце. Боль и какие-нибудь мурашки. Там боль и онемение. То есть вот что-то, боль плюс какой-то еще симптом неболевой. То тоже первое, что делаем, это тоже нехороший тип болей. Мы как бы смотрим на нервные стволы, на все. Вот. И с таким типом болей тоже продолжать тренировки не стоит. Стоит передохнуть, вот, как минимум пропить NICE, обратиться к врачу, да, если не проходит. Еще один такой момент, что если вот такого типа боли, которые ограничивают движение, которые дают резкий прострел, которые дают плюс симптом, там, онемение какое-нибудь, там, еще что-то в таком духе, не проходят за 3 дня под NICE, то желательно обращаться к врачу в целом. Вот, потому что, скорее всего, там что-то есть такое, что было бы неплохо поправить где-то как-то. Плюс, если болит плечо,
как, собственно, и колено. Большая часть проблем сопровождается микронадрывами, воспалительным процессом. Да? И очень хорошо действует при воспалительном процессе, кроме противовоспалительных, собственно, средств, холод. Если его рассматривать холод и плечо, то морозить плечо стоит, так скажем, лучше всего горошком из морозилки, потому что он такой мелкодисперсный относительно, да, смесь. Вот, и прикладывать его таким образом, чтобы сильно не захватывать вот эту зону, трапецию. Только вот, ну, вот здесь, сам плечевой сустав. И не накладывать никогда холод в подмышечные области. То есть, если вы морозите, только вот, вот здесь вот... Тут сосуды, лимфоузлы и нервы. То есть, можно заморозить нерв. Вот. И есть рекомендация морозить по 15-20 минут. Сейчас последние исследования говорят о том, что лучше больше 4-5 минут не морозить одновременно. То есть, поморозили 4-5 минут через ткань, чтобы не обморозить себе кожу. Вот. И, соответственно, дальше перерыв 4-5 минут. Снова морозим 4-5 минут. Убираем. Это, кстати, правило для любого сустава, который болит. Вот. Кстати, в плане профилактики травматизма хорошо после очень большой дистанции, если у вас это бег, плавание, велосипед или айронмен, чтобы вас на финише поджидали люди с холодом. Это либо хладоэлементы, которые долго очень держат, да, холод, такие специальные продаются гелевые хладоэлементы, либо какой-то другой вид холода, но чтобы можно было сразу, если у вас сразу есть ощущение в суставе какое-то нехорошее, особенно типа распирающего изнутри, такого вот давящего немного, да, ощущения, это обычно сопровождает отек, повышение, да, количества жидкости в суставе свободной. Вот, желательно иметь, чтобы сразу же прям после дистанции приложить. Вот, это может вам, ну, резко улучшить прогноз на этот сустав, да, в дальнейшем. Есть такое понятие, как плечо-лопаточный ритм. Мы когда поднимаем руку, у нас кроме того, что поднимается сама рука, у нас еще и поворачивается лопатка. Ну, у него болтами пришито, но в целом, поверьте, это происходит. Потому что если это не будет происходить, то как раз произойдет импичмент, ущемление. И плечо-лопаточный ритм – это как раз-таки нормальный поворот лопатки относительно ныряния плечевой кости. Соответственно, на 2 градуса работы руки должен происходить 1 градус поворота лопатки. И если спина сильно забита, то есть те мышцы, которые контролируют лопатку, сильно-сильно-сильно-сильно забиты, например, на чем-нибудь другом, да, и лопатка проворачивается плохо, то это может давать тоже определенные проблемы, если вы будете постоянно работать рукой, да, например, на плавание. Лопатка не уходит, не ныряет, и постоянно будет начинать подтирать, это может быть как причина импичмента. Соответственно, проверить, если вдруг у вас есть какие-то подозрения на свой плечо-лопаточный ритм, достаточно легко. Попросить, ну, поднять руки сзади, у нас есть, ну, если вы оттопырите так лопатку, видно угол? Вот. Можно на него поставить точку, ну, карандашом, фломастером, чем угодно. Поднять руки вверх, попросить сзади фолкнуть айфоном. Вот, и посмотреть. Если точки провернулись одинаково с двух сторон, ну, на угле лопатки, значит, плечо-лопаточным ритмом все хорошо. Если, ну, вот, понимаете, ну, поставили точку, да, она здесь. Я поднимаю руку, видно, куда съезжает палец? Ну, вот сюда. Палец уезжает, потому что лопатка проворачивается. Если мышцы слишком сильно забиты, спина не растянута, скажем, или какое-то есть нарушение мышц, контролирующих лопатку, то у вас лопатки просто не провернутся. Или одна провернется хуже, чем другая. Соответственно, плечу придется для того, чтобы выполнить задание, подняться вверх, сильнее сжать структуры, которые находятся в плечевом суставе. Да? Поэтому лопатка должна хорошо проворачиваться. Проверить это можно вот таким образом. Вот. Либо просто попросить кого-нибудь, чтобы посмотрели сзади, одинаково ли углы лопаток при поднятых вверх руках. Они должны смотреть четко вниз. Да? То есть, если лопатка смотрит не вниз, особенно одна, то это уже есть, так скажем, подозрение на то, что хорошо бы растянуть спину и проработать именно лопатки. Кстати, либо на массаже, либо, если не на массаже, очень хорошее упражнение для мышц, контролирующих лопатку и для контроля лопатки. Если взять любой мяч, да, представить его к стене, придавить
И называется упражнение ABC. Ну, американское, у нас баба В, наверное, была. Вот. Прижимают мяч, абсолютно прямая рука, и вы пишете мячом на стене, ну, в американском варианте ABC, да, A. И это делаю именно движение лопатки. B и C. Видно, да? Ну, соответственно, на самом деле можно писать что угодно. Вот. А смысл в том, что когда прямая рука с придавленным мячом, и вы это начинаете делать осознанные, контролируемые мелкие движения, мышцы, которые контролируют положение и движение лопатки, значительно, ну, скажем так, начинают работать более согласованно. Вот. Можно сказать так. Вот. И, в принципе, если так делать 4-5-7 там, максимум повторов, это хорошо даст согласование на мышцы, контролирующие лопатку. Вот. Особенно это актуально, если вдруг вы подняли руки и действительно лопатка где-то застревает, либо если у вас вообще вдруг возникла проблема с отведением и подъемом руки в максимальной позиции. То чаще всего это, ну, одна из очень важных, частых причин – это нарушение движения в самой лопатке. Так. Не сильно, нормально укладывается в голове, ну так, стараюсь давать самотестирование такое. Следующее, вот, если посмотрите, здесь лопаточка двигается тоже, ныряет, отклоняется. Видно, проворот происходит. Это плечевая кость, и лопатка, оп, ушла в бок, подныривает. Следующая зона перегрузки, такой очень серьезный, это... Это колено, на самом деле не колено, пойду ниже по спине, поясница. Вот. И, как я уже говорил, поясница хорошо, сильно, довольно-таки сильно перегружается во время плавания, она перегружается именно, так скажем, движением, да, потому что, когда мы двигаем ногами, мы очень хорошо включаем поясничный отдел. Плюс к этому... На велосипеде происходит статическое положение с наклоном вперед, и мышцы, которые только что были сильно поработавшие на плавании, входят в статическое напряжение. И на велосипеде у них больше функция не двигать ногами, а функция дать стабильность кору для того, чтобы вы могли хорошо толкать педаль. Вот. И они будут работать в удерживающем режиме. И как примерно в шее происходит, да, они тоже могут начать давать компрессию на спинномозговые корешки. Поэтому очень было бы хорошо и неплохо растягивать, как вот мы растягиваем шею, растягивать поясницу. То есть наклон, хотя бы минимальный наклон вперед, да, осуществлять как можно, особенно после вот дистанции вело. Хорошо было бы немножко, хотя бы там буквально пару движений, а после дистанции было бы хорошо растянуть поясницу. Особенно если есть проблемы. И вы о них знаете, тем более, то это прям важно. Кстати, у кого-нибудь из аудитории были когда-нибудь боли, отстреливающие в ногу, или вообще такие было дело, да? Грыжи есть, да? Соответственно, вот вам было бы неплохо точно совершенно делать хорошее растягивание поясницы, да? И, соответственно, прям на вас, если... Какая нога? Угу. Сейчас посмотрим просто. Я сейчас просто посмотрю мышцы, как нам влияет на наши мышцы или нет. То есть достаточно простая проверка. Руками это все проверяется. Приподнимите вот так бедро. Угу. И толкайте в мою руку вверх. Угу. Второй ногой. Толкайте в руку вверх. Еще раз это бедро. Толкайте вверх. Хорошо. Хорошая сила на обоих ногах. Да, не проваливается бедро. Теперь наклонитесь вниз. Ну, сымитируем наклон, ну, как бы компрессию. Понятно, да, что мы имитируем? Можно даже руками сюда взяться, ну, как будто сидите, да? Там наклон побольше. Пониже, наверное, да. Да, вот так. Вот, и приподнимите бедро. Так. И давите вверх. Угу. В руку мне. Вот у вас не... Ну-ка. Ну, на самом деле, сразу отдает в иконушку. Разные ощущения при давлении? Да, то есть, в принципе, было бы неплохо. Но у него, в принципе, держит достаточно еще неплохо. Да? То есть, бывает, если сильно сдавливает, то нога прям сразу падает, не может давать подъем.
при функциональной позиции. То есть вам бы я рекомендовал хорошо растягивать поясницу, если, если разные ощущения при давлении. То есть, скажем, вот, сидя вот так, да, я нажимаю, и сидя вот так, разные ощущения получаются. Да. Да? Соответственно, для вас велоположение будет компрометирующим по спине. Прекрасно знаю. Да. Ну, правда, факт, просто, ну, потому что всегда затекает. Вот, и как бы всем, у кого есть грыжи в пояснице, я бы рекомендовал хорошо растягивать поясничку. И, в принципе, вы можете даже сами себя проверять. То есть, даже, например, после вела согнулись, приподняли бедро и руками попробовали на одно надавить и на другое надавить. Посмотреть сопротивляемость, она дает, не дает в ногу, какие вообще ощущения. Хорошо? Это как раз вот то, что, про то, что я говорил, что первое – это нервная система, да? Ее сдавление. Вот, соответственно, у меня... Растягивать именно поясницу, то есть просто сгибание. Да, вот такое вот сгибание. Вот. Просто начинаете ее хорошо растягивать. Ощущение очень такое, да, Вот. И еще один момент, да, в принципе, для увеличения растяжения поясницы вы можете закрепить крестец. То есть, если поставить два кулака на низ спины, на самый, и наклоняться, и при этом давить на крестец, то крестец не пойдет в обратную позицию, крестец вот эта косточка. Вот сюда. Поставить руки и надавить. Начать наклоняться, то самые заинтересованные сегменты в пояснице начнут хорошо растягиваться, лучше растягиваться. Вот такая позиция. Вот так. Будут лучше растягиваться. Причем я бы вам рекомендовал растягиваться таким образом хотя бы 5-7 раз и до велосипеда, и после. Да? Вот. Соответственно, по пояснице еще один момент. Если вы чувствуете закрепощенность поясницы, то есть, знаете, как-то очень любят нас легионеры, хоккеисты, говорят, тает. Вот там поясница тает. То есть такая, знаете, усталая и сжатая. То я бы рекомендовал вам на момент велосипеда применять греющие мази. Ну вот я рекомендую Бенгей, например, из греющих. Потому что если мазать фенолгоном, может произойти одна очень грустная вещь. Шок. Ну, не только ожог. Я как-то раз, да, как-то раз я, когда работал еще массажистом, учился в институте, щедро намазал фенолгоном мужику спину, а он поехал от меня на метро, и ему в метро затекло фенолгоном, он вспотел, и фенолгон затек в попу. Вот, и он меня вспоминал очень долго, потому что ожог был не на спине. Вот. Соответственно, когда вы едете на велосипеде, вы тоже можете вспотеть, как бы все это течет вниз, и пусть это потечет Бенгей. Вот, он хотя бы ничего там не обожжет. Вот. И он достаточно хорошо греет, мы хоккеистов обычно Бенгеем разогреваем. Вот. А в чем разница? То есть там разные компоненты? Разные компоненты и в разной интенсивности. То есть Бенгей достаточно, чтобы разогреться. А фенолгон это как бы, ну, уже прям так, слишком, мне кажется. И да, если я использую, например, фенолгон, то я его обязательно делю на, ну, то есть одна треть фенолгона, две трети чего-нибудь еще. Вот. Можно випросал, например, со змеиным ядом, да, с гадючим ядом. Такая мазь есть. Есть там противовоспалительным компонентом диклак гели, вольтарен гели, то есть любые, ну там противовоспалительный плюс греющий. Но чистым вот фенолгоном как бы только если вы любите погорячей, короче. Вот. Хорошо. Идем ниже по проблемам. Следующее проблематичное место – это коленный сустав. И если в беге у нас превалирует проблема связочного характера, что мы амортизируем колено, да, приземлились, и мышцы как бы дернули за места своих прикреплений энтезов, и в основном все проблемы – это энтезопатии, то есть, грубо говоря, воспаление мест прикреплений, то в велосипеде, да, ведь слышали, что одна из там, вещей по реабилитации коленного сустава назначают велосипед. Слышали, да, там, ну, велотренажер, там, и так далее. То есть велосипед вообще считается для колена достаточно мягкая, хорошая нагрузка, потому что нет удара, да, как бы вот все это вот так вот двигается очень хорошо. И тут проблемы больше не с местами прикреплений мышц, как в беге, да. Если хотите послушать большую лекцию про то, что в беге с коленом происходит, это на расширенный вариант по бегу. Приходите, я просто там это
очень плотно разбираю. Либо, если у кого-то сейчас есть проблемы, могу об этом, да, рассказать. Но тут возникают проблемы именно с самим суставом. И с суставом они возникают на веле, потому что сустав выполняет движение не в той амплитуде, которой привык выполнять и при беге, и при плавании, и при ходьбе. Фактически при катании на велосипеде у вас сустав выполняет амплитуду движения, сравнимую с приседанием. Большую? Большую, больше, чем привык, значительно. Вот. И фактически вы представляете, да, там, типа, вот, высоко не поприседаете, на самом деле. Вот. И на мышцы это не такая большая нагрузка, на энтезы, на прикрепление это не такая большая нагрузка, а вот на суставные поверхности это большая нагрузка. И там в основном проблемы, связанные с повышенным трением в суставе, возникают. Соответственно, почему сустав может тереться? Первое, почему сустав может тереться, там может быть мало жидкости. И, как ни странно, очень сильно влияет на количество внутрисуставной жидкости, количество общей жидкости в теле. И при веле и при беге очень сильно потеем, очень быстро уходит вода из тела, и количество внутрисуставной жидкости начинает уменьшаться, идет быстрая дегидратация. Поэтому первое, что стоит делать, особенно на веле, это попивать. Причем попивать не когда хочется уже пить, это значит, что уже все грустно на самом деле в теле, а попивать каждые 10-15 минут. Причем желательно попивать изотоник, то есть не просто водичку, а водичку, насыщенную солями, да, чтобы мышцы хорошо сокращались и хорошо проходили нервные импульсы. Кстати, один из интересных моментов, что если вы бежите и плывете, и там и бежите на хорошем пульсе, да, то у вас происходит, соответственно, аэробное окисление, да, и все хорошо, и мышцы... Ну, это до перехода в анаэробное окисление, то есть, ну, там, хотя бы там на 135, там, вот так, на 130, то есть, ну, это тот пульс, который для вас, так скажем, невысокий, вот, там, на 120, ну, хорошем для вас пульсе, да, соответственно, у вас, в зависимости от вашей тренированности, у вас пульс будет, ну, уменьшаться. Я не по пульсу, а больше по опорно-двигательной истории, вот, то у вас на большой дистанции устает не столько мышцы, сколько устает нервная система подавать сигналы. И, наверное, слышали, да, что народ падает в обморок, ну, там, отключается, там, круги в глазах под конец дистанции. Это из-за того, что центральная нервная система кушает сахар, только сахар, больше ничего не кушает. Вот. А мышцы могут кушать что-нибудь еще. Вот. И, соответственно, для центральной нервной системы нужны быстро довольно усвояемые углеводы. И она очень сильно утомляется, посылает все эти сигналы, поэтому желательно попивать изотоник, иногда еще и попивать что-нибудь сладенькое, да? Особенно если это большие очень дистанции. Вот. Соответственно, если начинает снижаться уровень сахара, то проведение импульсов становится не такое хорошее, не такое бодрое, и как раз-таки могут начаться еще и разлады в мышцах в плане их, в порядке их включаемости. Так что желательно, чтобы нервная система была в хорошем состоянии. Да? Я думаю, что еще будут лекции по спортивному питанию, по препаратам. Вот, и, может быть, там будут рассказывать еще про ноотропные средства, да, препараты, которые ускоряют проведение импульсов. Перцетам, слышали такое? Наверняка детей. Дети у кого-нибудь есть, нет? Детей еще любят неврологи кормить по детству. С бабушкой ассоциируется. Перцетам? Да. Бабушек лучше не кормить перцетам. Я вообще невролог по первому образованию. Меня как-то раз привели к бабушке такой, знаете, такая бабушка, такая какая-то заторможенная, такая несчастная, старенькая. Говорит, Володь, что делать с бабушкой? А я с бабушкой никогда не работал. Я работал всегда так, с бодрячковыми людьми. Я говорю, взбодрить надо бабушку. И дал ей как бы промистар. Промистар – это очень мощное ноотропное средство. Ну, бабушка взбодрилась. Но оказалось, что как бы она уже немножко была того, и когда она так взбодрилась, что пришлось вызвать психиатра, чтобы ее немножко обратно увести в состояние. Да? Поэтому в основном ноотропные средства, да, лучше молодежи применять. Вот. Соответственно, перцетамовая группа, да, хотя бы просто обычный перцетам, вполне можно использовать. Это, ну, безвредные достаточно препараты, которые улучшают проводимость импульсов в нервной системе. Да, промистар – это уже для так, продвинутых товарищи. А как? Соответственно, если их, не, их, их, они только курсового приема, они не действуют сразу. Сразу действуют только психостимуляторы.
Вот, то есть у нас, ну, препараты делятся, ну, которые возбуждают, ну, улучшают, скажем, деятельность нейросистемы на две группы: на психостимуляторы и истинные инотропные средства. Истинные инотропные средства — это препараты, которые нужно пить курсом, там, скажем, 2-3 недели как минимум, иногда даже там 4 недели. Они улучшают потихонечку метаболизм, обмен в нервной системе. И психостимуляторы, которые выбрасывают, ну, кофеин, амфетамин, там, вся его группа, соответственно, там, кокаин, там, кто что достал, короче. Вот. Что, соответственно, происходит? Они улучшают тоже проводимость нервной ткани, только за счет других моментов они выбрасывают очень много нейромедиаторов, которые в запасе, они как бы опустошают кубышку. Вот, открывают кран, и как бы из этого крана начинает течь не вот такой струйкой, а вот такой струйкой, и поэтому мозг как бы работает на повышенных оборотах. Вот, но недолго. Потом начинается отходняк, вот, и, соответственно, на пониженных оборотах очень долго. Вот, поэтому, скажем, психостимуляторы лучше не баловаться. А вот ноотропные средства, они улучшают проводимость в таком плановом порядке, и, в принципе, для спортсменов с высокой циклической нагрузкой они показаны, потому что очень высокая нагрузка на психонервную деятельность. А как называется? Пирацетам. Пирацетам, да? Да. Кокаин. Вот. Такое прям маленькое отвлечение. Слышали новокаин такой препарат? Да, конечно. Это обезболивающее. Слышали такое сочетание с кокаином, да? Товарищ Фрейд, всем известный, да? Кокаином раньше кололи, ну, как обезболивающим местным. А потом Фрейд сказал: ребята, очень классно нюхать. И всем начали рекомендовать. Вот. И все врачи стали нюхать очень сильно, вот, и больше, чем колоть. И поэтому решили придумать что-нибудь нетаращащее, чтобы колоть просто. Вот. Придумали новокаин, который на самом деле бувикаин, да? Вот. Товарищ Фрейд постарался. Вот, да. Так аж кокаин в кока-колу добавляли вообще. Классно было. Время такое веселое. Шесточник кокаина. Да. Добавляли, он сам по себе был. Да, там добавляли тогда там, для бодрячка. Вот, соответственно, отвлеклись, да? Спортсменам на самом деле вредно вообще все психостимулирующие группы. Объясню почему. Потому что и так нервная система на взводе, очень сильно перетренированная, да? И, наверное, замечали, что если вы начинаете увеличивать количество тренировок, то немножко становишься такой чуть нервный. И, может быть, если как бы поначалу физическая нагрузка дает тебе такое желание поспать, то если слишком много, то наоборот заснуть тяжело и как бы такой немножко такой очень такой вот на бодрячке, каком-то непонятном, таком маятном. Вот это перевозбуждение. И поэтому, если вы приходите к перевозбуждению психонервной деятельности, то было бы очень хорошо попить пирсен. Это такой препарат из травок, где, ну, лекарственный сбор из трав, который так очень мягко успокаивает психонервную деятельность, при этом не вводит вас в такое, ну, состояние зомби. А еще очень крутая штука, мне, кстати, спортсмен тоже посоветовали. Капли Баха называются. Они тоже делаются из цветков. И можно бахать. На самом деле, гомеопатические тоже, то есть, вот из-за именно перетренированности, из-за поздних тренировок, они как раз пьют эту штуку. Ну, пирсен тоже хорошо. Я просто гомеопатию, ну, не то, что не верю, но как бы... Пирсен тоже гомеопатия. Нет, это травы. Нет, смотрите, есть... Знаете, гомеопатия – это когда ничего нет, но есть информация в воде о том, что что-то было. Mm-hmm. Вот. А терапия травами – это когда вытяжку из травок делают. Вытяжка, совершенно точно. И вот, вытяжка из травок – это не гомеопатия, это препарат растительный. Да, есть очень много мощных растительных препаратов, которые посильнее, чем синтетические, да, даже. Вот. Хорошо. Переходим к коленке. Соответственно, что может случиться с коленным суставом? Вот это вот дегидратация, да, может увеличить трение. А и можно вопрос про, да. А как же гели с кофеином есть? Кофеин, он тоже психостимулирующий эффект имеет, но у кофеина, кроме психостимулирующего эффекта, есть еще дополнительные эффекты, которые нету в других психостимуляторах. Это как минимум мобилизация жира. То есть вывод жира из жировых депо и, соответственно, улучшена его утилизация. Да? И поэтому, скажем, как раз кофеин может улучшать как бы, ну, вот, обмен и сжигание жира. Да? И второе, ну, очень кратковременный эффект. А на самом деле в кофеине, если интересно, в кофе две фазы. Есть такой кофеин, собственно, который вот в зерне, в оболочке. И есть теобрамин. Это препарат, который находится в
ну, в центре зерна. И они оказывают абсолютно разные воздействия. То есть я вообще, честно говоря, не рекомендовал как бы, кофе пить чистый, например, да, перед бегом или перед какой-то тренировкой, потому что кофеин, он как бы психостимуляция, повышение давления, бодрячок, а теобрамин все наоборот. Да, и после кофе натурального, да, сначала бодрячок, а потом наступает теобраминовая фаза, и хочется покемарить, и вообще все наоборот. Вот. Вот. И, кстати, растворимый кофе, который без кофеина, он в основном с теобрамином. То есть обычно от растворимого кофе вообще можно на ночь пить его и спать радостно. Замечали, да, что вообще от него эффекта ноль вообще обычно? Потому что он дешевле, а оболочка верхняя с кофеином идет на энергетики, на кофеин, которому в реанимации колят. Кофеином колят прям в реанимации. Я когда работал в реанимации, там прям любили так. Подключается человек, бахал кофеином. Вот тум. Отличная вещь. Так. И за счет чего еще может случиться проблема в коленном суставе? За счет того, что очень много работаем квадрицепсом, четырехглавой мышцей бедра, и она начинает сжиматься и придавливать надколенник к бедренной кости. Вот это, опять же, человек сильно облученный радиацией. Вот. Посмотрите на надколенник. Видно? Косточка вот эта. Вот она. Она двигается по бедренной кости. Вверх-вниз при сгибании и разгибании коленного сустава. Очень наглядно видно. Вот она, да? Двигается. Соответственно, если тонус квадрицепса повышается, то коленная чашечка делает две вещи. Первое, сильнее прижимается к кости, вот здесь видно, вот это расстояние уменьшается. А второе, она базово сдвигается выше. Курицу ели, помните, на ножке есть хрящик такой. Да, который слетает, если отгрызаешь. Вот этот хрящик, он вот в этой части, он очень толстенький, а вот в этой части он тоненький. Помните? Вот. И, соответственно, когда надколенник трется по толстенькой части хрящичка, все хорошо. А когда квадрицепс укороченный, он подтягивает чашечку базово слишком высоко, и она начинает тереться по тонкой части хрящика, и вам становится больно. И он начинает протираться, и наступает артроз. Вот. Это прям... Вот. Соответственно, посмотрите, где надколенник. Видно? Да. Это как раз фотография, ну, рентген. Нет, не велосипедиста, но человека с сильно укороченным квадрицепсом. То есть коленная чашечка изначально находится очень высоко и, соответственно, трется не в том месте, где ей положено, начинаются проблемы. И что делать? Растягиваться. Ну, есть очень простое упражнение, как сначала растянуть сам надколенник перед тем, как растягивать квадрицепс. Можете даже попробовать, это очень действенная, хорошая штука. И, кстати, если есть вообще боль после большой дистанции по верхней части коленного сустава над коленником, или повышенное такое, знаете, напряжение тянет, внутри, тянет или повышенное напряжение, можно делать такое упражнение, но очень, кстати, полезное и хорошее. У меня бабушки его все очень любят, потому что очень хорошо суставу становится. Вот. Попробуй так ногу поставить. Немножко не 90 градусов, чуть-чуть вот побольше. Нащупать над коленник у себя. Почувствовали его? Косточка. Вот, поставить основание ладони на надколенник и сделать нырковое движение вот такое. У всех вниз уходит, укатывается, у кого не, если у кого не получилось, подойду укачу. Получилось укатить вниз надколенник? Да. Нет? Смотрите. Унеси меня. О! Почувствовали? Да. Вот вам надо растягивать квадрицепс. Ага. Угу. Вот. Если это происходит с очень большим усилием, вот как вот у вас, вам надо хорошо растягивать квадрицепсы, потому что надколенник должен свободно достаточно вниз уходить. Угу. Почувствовали, да? Да, почувствовал. Вот. Ну, то есть я не должен таких адских усилий прилагать для этого. Вот. Кстати, угу. Ничего не повредится, надколенник не оторвется, там все очень крепко. Всех получается, к кому подойти еще? Да, к вам? Вот. И вот мы доводим до нижней позиции. Держите ногу спокойно. И удерживаем так 3 раза по 40 секунд. Понятно. Он хорошо растягивает и головки квадрицепса, вот здесь, и растягивает мелкие связки, для того, чтобы меньше прижимался. И, в принципе, надколенник должен легко довольно спружинивать по большеберцовой кости. У всех получилось, или подойти к вам? Вот. Очень хороший тест еще на то, укорочен ли у вас квадрицепс, да? То есть, один из стандартных тестов – это лежа на полу, человек
пятка должна доходить до ягодицы. Вот. Но до 35 лет. После 35 лет может позволить себе 3 пальца недохождение пятки. Вот. Если у вас вот так происходит максимум, это плохо. То есть колено, скорее всего, заболит и довольно быстро. Соответственно, а колени... Сидя, стоим, сидя. Вот это? А, растяжку? Нет, лучше лежа на животе. Вот. Вот такое упражнение, на самом деле, можно вот накатить и 3 раза по 40 секунд держать, либо легенький помпаж делать. То есть помпаж, такие накатывающие движения. И такие накатывающие движения, кстати, очень полезны в плане еще прокачки жидкости внутрисуставной. При высоких давлениях, ну, высоких нагрузках на коленный сустав это вот довольно-таки полезно делать. Вот. И есть еще один тест, который тоже может вам показать быстро достаточно, трется ли у вас надколенник сильно по бедренной кости. Если вытянуть ногу вперед, и вот этот надколенничек, еще раз нашли его, по верхнему его краю, поставить руку вот таким образом. И прижать его, ну вот по верхнему краю, прижать его к косточке вниз. И один раз резко напрячь квадрицепс. Вот, попробуйте. Поднимается. Вы его пытаетесь удержать, придавить кости. Один раз напрячь. У кого-нибудь прострел есть? Ну вот есть. Вот у меня тоже есть на левой ноге такой прострел. Это значит, что мы делаем? Мы надколенник прижимаем еще сильнее, да? И прокатываем. И если там уже есть натертость, то возникает такой прострел. У вас, да, был? Вот, когда у меня такой прострел возник, учился одного товарища, называется такой Мирек Кокуш, очень известный физиотерапевт польский. Я говорю, Мирек, и что делать? Он говорит, запиши такое-то число, колено еще не болит. Пошутил. Не, на самом деле очень хорошо работает, опять же, ну, у меня проблемы с грыжей с моей, да, колено болит. Вот, опять же, помпаж, растяжка надколенника, если такие подстрелы есть, и очень хорошая растяжка квадрицепса. Потому что это включать в свой тренировочный, ну, в свой разминочный процесс. То есть, скажем, если на одной ноге есть такой подстрел, да, то желательно каждый раз, когда вы, скажем, делаете после растяжку после упражнений, в два раза больше тянуть квадрицепс с этой стороны, и обязательно вот вам, если есть такой подстрел, да, вот это упражнение проводить желательно каждый раз после тренировки. Хорошо? Потому что это уже говорит о том, что есть там натертость определенная. Так себя можно иногда контролировать положение. Потому что это одна из самых частых проблем, которые сталкиваются люди с циклической нагрузкой в виде бега и велосипеда. Вот. Еще одна проблема из этой же серии – это может быть весь квадрицепс, да, такой зажатый, поднял целиком надколенник, а может быть с одной стороны только. Вот так, латерализация. Называется проблема латерализации надколенника. Видно, это вип сверху. И вот здесь надколенничек катается по своей ямке, а здесь катается с явным давлением на боковую часть бедренной кости. И вот такое может происходить, если неравномерно забился квадрицепс. Соответственно, боль достаточно резкая, простреливающая. Знаете, как чашечку заклинило. Вот. И если вот резкие прострелы в колене, то это может случиться, кстати, на какой-то на дистанции. Вот, то упражнение с растягиванием надколенника вниз может снять эту ситуацию. Если это не, ну, как бы еще не хроническая история, а какая-то достаточно резкая. Такое может происходить. То есть если вы, например, там, жмете, и вдруг бах, резко боль в колене, тяжело дальше крутить, вообще почти невозможно. Слезли, отдавили вниз, подержали 3 раза по 40 секунд. Если есть куда присесть, вообще хорошо. Отдавили 3 раза по 40 секунд. Потеряли 3 раза по 40 секунд, вот. Но зато может восстановиться сразу же колено. Так, по поводу травм. Есть кто-нибудь с травмой, вы травмированы, да, коленом? А еще кто-нибудь есть именно с травмами коленного сустава были? Вот. И смотрите, если есть истощение хряща и нет мениска, то я бы очень рекомендовал, если есть сезон очень-очень-очень такой нагрузочный, может быть, и есть дискомфорт в колене, может быть, подумать о инъекции гиалуроновой кислоты.
гиалуроновой кислоты, то есть препараты, которые подкалывают в колено для улучшения биомеханики, потому что меньше терлось. Да, в коле сустав. Просто, как сказать, если нету травмы, да, то есть нету там истощения хрящей, если нету травмы, то подкалывают его обычно людям, у которых, например, слишком сжатый надколенник, ну, квадрицепс, да, и жидкость из-под чашечки выдавливается. То есть вот здесь вот водная подушка. То есть он слишком сильно прижат, и просто эта водная подушка вышла. И ортопеды любят подкалывать, чтобы создать как бы гипердавление в суставе, приподнять над коленем. Но это плохая идея, потому что можно растянуть квадрицепс, да, и улучшить ситуацию. Если уже произошло истощение хряща, если уже там нет мениска, то, может быть, если у вас очень интенсивный сезон, можно было бы подколоться. А хондропротекторы — это что? Нет. Хондропротекторы, я сейчас расскажу немножко про хондропротекторы. Это гликозамин с хондроитином, вы имеете в виду, да? Вот, значит, смотрите, есть такой препарат, как, их миллион этих препаратов, но основная их часть – это хондроитин и гликозамин. Это два строительных материала для суставов. И все профессиональные спортсмены жрут его как подорванные, просто там в пятерных дозах, восьмерных дозах, там, думаю, чем больше, тем лучше. Вот, он является БАДом, биологически активной добавкой к пище. Почему? Потому что чем отличается БАД от препарата, от медицинского? Что препарат медицинский доказал свою эффективность в клинических исследованиях. Да? БАД, биологическая добавка активная, не доказала. По двум причинам. Либо у разработчиков нет денег для того, чтобы провести клинические исследования нормально, либо проводили, но не получилось. Вот с хондроитином и гликозамином произошла вторая история. Проводили, не получилось. То есть метили радиоактивным йодом и давали кушать его много. А потом делали фотографии и смотрели, где этот радиоактивный йод, в суставах или в кале. И весь его нашли в кале, а не в суставах. Вот. Разработчики препарата говорят, что просто не тем давали. Что те люди, которым давали препараты, они как бы не нуждались в ремонте суставов. А вот тем, кто нуждается, тем не дают препарат, потому что там радиоактивный йод, как бы нехорошо травить больных людей. Вот. Сустав, хондроитин с гликозамином обычно, то есть хондропротектор, это все-таки имеется в виду обычно гликозамин с хондроитином, его кушают, его не колят. Вот. Есть именно вот препараты, которые вкалывают сустав, они как бы в основном заменяют суставную жидкость и увеличивают просто питание хряща. Вот, я бы вам их рекомендовал, вот вам лично, да. Что еще хочу сказать про колени? Что надо учитывать очень сильно наши климатические условия. Коленный сустав очень сильно подвержен повреждениям, особенно это касается вела, от низких температур. Вот, потому что эластичность связочного аппарата очень сильно зависит от температуры внешней среды. Все слышали про горячую йогу. Это когда производят йогу в помещении, где нагнетают жар специально. Проще значительно растягиваться. Вот. Есть еще грустная история, когда один йог, который всю жизнь прожил в Индии, преподавал в институте йоги всю жизнь, приехал в Москву в майские праздники, закинул ногу за ухо и порвал все сухожилия. Всю жизнь человек занимался йогой, только в Индии, понимаете? Он на майские приехал, ха, и все. Вот. Соответственно, связочный аппарат очень сильно реагирует на температуру. Летом он более эластичный, зимой менее эластичный, и поэтому если сустав, область сустава подвергается низким температурам, да, даже не столько сам сустав, начинаются проблемы с этим суставом, сколько с сухожилиями мышц, которые прикрепляются. И начинается там колено бегуна, прыгуна, там, всех хоккеистов, футболистов и так далее, в том плане, что связочный аппарат неэластичный становится, и при нагрузке он начинает подрываться, воспаляться, и возникают такие вот патологии. Соответственно, как вариант, когда относительно низкие температуры, причем вам кажется, что уже все отлично, а еще там, например, на улице, там, скажем, 12 градусов, там, 15 градусов, это еще все-таки холодновато. И если в беге это еще не так выражено, то на велосипеде, когда развиваешь большую скорость, идет обдув. Вот. И температура за счет обдува снижается резко. Поэтому очень рекомендую все-таки с открытыми коленями, если холодно, особенно не ездить. Вот. И если холодно, можно применять также бенгей,
для разогрева коленного сустава. Да. Вопрос есть по поводу спины, потому что спина точно так же на велосипеде, когда прохладно, тоже ощущается. Бенгей. Бенгей. Можно, можно, конечно. Бенгеем, я говорю, вот прям натираешь хорошенько. Вот, еще один вариант, если что-то заболело, вот вы едете, да, например, на веле, и заболело колено резко, вы можете слезть и посмотреть вообще, что болит, внутри колена или не внутри колена. Вот, соответственно, чаще всего оно болит не внутри колена. Если это мышцы, прикрепляющиеся по коленному суставу, то, скорее всего, вы можете боль нащупать. То есть вы боль внутри колена никогда не нащупаете, артроз никогда не нащупаешь. Все, что находится вокруг, да, вот пощупали, больно, начали тереть, и прям вот до красна можно растереть. Если боль уходит или уменьшается, скорее всего, это просто вот, ну, начинается перегрузка связочного аппарата, мышц, крепящихся к коленному суставу, ну или к любому другому суставу. Особенно это актуально, когда низкие температуры. Прям очень актуально. И, кстати, очень актуально, это когда вы делаете даже, ну, и такую вот циклическую нагрузку, особенно если у вас тренировки, например, с взрывными ускорениями. То есть вы, ну, знаете, да, там взрывное ускорение, то есть со старта очень сильно даете. Вот, вот если со старта очень сильно даешь на холоде, то может и мышцы порваться, и сухожилие порваться. То есть особенно если у вас есть взрывные какие-то ускорения с рывковой нагрузкой, то разогревать области прикрепления мышц нужно обязательно. А вокруг коленного сустава очень много мышц крепится. Да, это одно из таких основных мест, куда вообще все приходит. Поэтому, как минимум, колени нужно хорошо растереть до красноты и, соответственно, мазью какой-нибудь, пропагандирую Бенгей, разогреть. Причем там доки говорят, что даже если летом вдруг вечером стало холодно, прям до того, что буквально бумагу под штаны засунуть, чтобы просто вот хотя бы не дуло на колено. И то же самое с майкой. Если у вас мокрая майка и вы чувствуете, что дует, можно заработать себе воспаление легких и бронхит. Можно просто газету или бумагу или пакет что-нибудь засунуть под майку. Просто чтобы ветер не продувал, особенно мокрую майку, особенно если вы, например, покатушки затянулись и холодно стало вечером. Следующая проблема в области колена. Расскажу только о самом частом в беге. Прям доминирует это боль в колене с внешней стороны. Был когда-нибудь у кого-нибудь? Синдром милиотибиального тракта. Вот. Через одного идут. Ну, я принимаю примерно там, ну, в зависимости от там, дня, там, от 19 до 25 человек в день. Вот, соответственно, 2-3 человека всегда идет с этой проблемой. Вот это прям... А как начинается беговой сезон, там до 6-7 может приходить в день с такой проблемой. То есть это прям очень частая штука. Вот, соответственно, синдром илиотибиального тракта, когда такая специальная полосочка соединительной ткани, которая прикрепляется к тазу, да, проходит через все бедро и прикрепляется на малоберцовой кости, уже ниже колена, трется об латеральный мышелок бедра. Фактически это натертость такого соединительно-тканного такого бенда. Соответственно, если вы чувствуете, что болит с наружной стороны, примерно здесь, и вы вот когда трете, можете ее нащупать, эту боль, то 90%, если это, ну, на беге возникло, что это у вас не мениск, а синдром илиотибиального тракта. К сожалению, очень часто классические ортопеды-травматологи начинают это путать с мениском, потому что эта штука очень характерная именно для бега. И если это не спортивный врач смотрит, да, а вот как бы, ну, человек, привыкший иметь дело в основном с внутрисуставными проблемами, очень похоже на полулокализации на проблему мениска. Очень многим начинают ставить мениск, делать МРТ, а в МРТ какой-нибудь застарелый разрыв. И меня это очень смущает, когда говорят, знаете, там, бежал, и тут вдруг заболел застарелый разрыв мениска. А раньше не болел. 2 дня отдохнул, вроде меньше болит застарелый разрыв мениска. Ну, странная тема, да? Вообще мениск, если он болит остро, резко и там такие простреливающие жуткие боли. Кстати, про мениски, вообще, в принципе, если вдруг зайдет у вас речь о коленях и менисках, их удалении, в Америке провели исследование. 600 человек взяли, которым ортопеды назначили удаление мениска. Единственное, были люди без блокады коленного сустава.
И 300 сделали операцию по удалению, а 300 сделали разрез на коже. И провели одинаковую реабилитацию. И через полгода были одинаковые результаты. Вот. Поэтому как бы есть большие подозрения на то, что если мениск оторвался не так, что сложился вдвое и заклинил сустав, то, в общем, просто снижение нагрузки и обычная реабилитация коленного сустава как бы можно обойтись без операции в 90% случаев. Да, поэтому не бегите на операцию по удалению менисков, резекции там, частичной, полной там, и так далее. Да? Потому что очень часто это не требуется. Что делать, да, если это произошло? Кстати, очень еще момент, как понять, что это тоже вот эта проблема. Проблема в высоком натяжении здесь. Да? Соответственно, вы можете прям ткани вниз сдвинуть или хорошенько размассировать ногу по боку и попробовать еще раз втереть. Если становится меньше, становится легче, то это явно не мениск. Да, вообще явно не внутри сустава проблема. И вторая проблема, которая больше характерна для велосипедистов, называется колено велосипедиста. Чаще всего бывает у тетенек после 45 лет, полной институции, не велосипедистов. Вот. Это боль внутри колена. С внутренней стороны, вот здесь. Было какое-нибудь, нет? Было, да, дело? Вот. Это тендинит гусиной лапки, то есть тоже проблема с сухожилиями приводящих мышц. Соответственно, понять, что это оно, очень просто. Если вы что-то можете нащупать руками, то, скорее всего, это поверхностные структуры, которые крепятся к суставу. Соответственно, эти структуры приводят ногу, поэтому при, например, полушпагате и повторной пальпации они будут давать большую боль, чем при приведении, расслаблении, сгибании и такой же пальпации этой зоны. Так, кстати, абсолютно с любыми. Мне, кстати, очень понравился совет одного американского тоже физиотерапевта. Он говорит, что если у вас заболело в колене, то возьмите жгут и перетяните ногу вот здесь, чуть выше, ну, где-то сантиметров на 15 выше коленного сустава, и попробуйте сделать, ну, скажем, больно ходить вниз по лестнице, да? Вот идешь и отдается. И делаешь там пару шагов, там, скажем, либо легкий прыжок, либо там пару шагов с лестницы. Если боль резко прекращается, это проблема мышц, которые прикрепляются к суставу. Это не внутри сустава. Если боль не прекращается, то уже надо думать, может быть, о проблемах внутри сустава. Такая быстрая диагностика, возможно. Да, что если у вас... Понятно, почему, да? Потому что мы как бы ремнем или жгутом создаем... Не нерв переживаем, вы там не переживете нерв, он очень глубокой, очень мощный. Нет, вы даете альтернативную точку фиксации для мышц. То есть проблемы обычно с местами прикрепления мышц. Вот. И когда вы даете альтернативную точку фиксации, то когда вы идете, мышца дергает не за место прикрепления, а за поджатое место. И не больно становится, соответственно. Или резко снижается боль. Вы, ну, как бы с трудом там пережать нерв, это прямо постараться. И даже если вы пережмете нерв, он не даст такого быстрого эффекта. Ну, и ну, там, онемение пойдет там, и так далее. Мурашки. По решению этих проблем, фактически все проблемы, связанные с мышцами, хорошо решаются укороченными растяжкой. И второе – это работой, ну, либо массажем ручным, либо работой на фоам-роллере. Видели такие штучки? Это такие круглые такие массажеры, на которых можно кататься. Соответственно, если боль с внешней стороны колена, кататься таким образом, как этот зеленый мужик. Вот. Если внутренней стороны колена, кататься, как эта розовая девочка. То есть прокатывать внутреннюю сторону колена, внутреннюю сторону бедра. Либо просто ходить на хороший массаж ног. Кстати, по поводу массажа. Если очень интенсивно работаете, мышцы забиваются, укорачиваются, это, в принципе, я очень рекомендую хотя бы раз там, в неделю, раз в 10 дней посещать хороший массаж ног. Вот. Можно, причем, не брать общий массаж, просто хотя бы, чтобы отмассировали ноги, но так не гладили, а прям так хорошо отмассировали и растянули. Кстати, очень неплохо можно сходить на какие-нибудь виды стретчинга, да, даже не столько йоги, сколько стретчинга, просто чтобы ну, растянули ноги. Потому что большая часть проблем от сокращенных, укороченных мышц идет. Массаж и стретчинг, они как бы друг друга дополняют? Дополняют. Ну, то есть... лучше сделать и массаж, и стретчинг, если есть возможность. Я бы так сказал. Грамотные спортивные массажисты обычно совмещают. То есть они и массируют, и потом сразу у вас там экспресс-йогу делают прямо на месте. Вот. Еще такой вопрос по колену. Если я сажусь на велосипед, например, и...
иногда ощущаю, что в одном колене кто-то оно как будто неправильно встало. Да? И там начинаю крутить, и буквально там, через там, 20 секунд такой щелк, и все. Это и проблема с надколенником. Ну, смотрите, это надколенник. Да. Соответственно, он у вас в не очень правильной позиции находится, видимо. И при включении уже в работу в паттерн, он делает так щелк и становится на место. И начинает ходить ровно, соответственно, все хорошо. Скорее всего, неравномерно прокачана вот эта головка и вот эта головка квадрицепса, которая контролирует его положение. То, что вы описываете, оно хорошо. Почему? Потому что если происходит наоборот, то есть вы садитесь на вел, крутите, и происходит щелк и становится плохо, вот это очень плохой симптом, потому что надколенник как раз выходит из своей ямки и начинает тереться. Если он делает щелк и становится хорошо, это значит, ну, что он становится на место. Болевых ощущений и до щелка нет. Но щелк происходит там буквально там, 10-20. Включаемость. Прямо... Ну, вы начинаете включать более значительно на веле, вы начинаете включать квадрицепс лучше, чем в обычной жизни. Ну, более правильно выходит. То есть вот этот вот щелчок да, очень часто после... Ну, с этой дислокацией надколенника, после хорошего массажа, растяжки, человек встает, у него происходит щелчок, такой прям чпонг, этот надколенник встал на место. Вот, и после этого он говорит, ой, прям как-то полегче стало. Такая ситуация очень часто бывает на сеансах. Ну, то есть это ничего такого прям страшного? Критичного нет. Значит, смотрите, по поводу вообще щелчков в суставах. Интересно? Вот. Приезжал Дэвид Лив, очень крутой дядька, который лечил огромное количество американских золотых чемпионов. И прям, ну, более крутого спортивного врача, наверное, никогда в жизни не видел. И стоит 36 тысяч один день его семинара. Значит, мы все приходим такие, Дэвид, можно вопрос? Что делать с щелчками в колене? Такой стоял, такой bullshit. А перевели как что-то в Сибири. Вот, он, в общем, долго думал, что сказать, он сказал так, что его этот вопрос все задают, как бы, и он очень много об этом тоже пытался понять, и он для себя пришел к такому выводу, мне очень понравился этот вывод, что если просто вот какие-то происходят звуковые феномены, то есть вот что-то щелкает, и ничего не меняется при этом, то это звуковой феномен. А если происходит щелчок, и во время щелчка происходит либо боль, либо изменение характера движения, вот как у вас, например, да, то есть, например, там бам, и стало плохо после щелчка. Вот. То, или хорошо, то есть изменение характера движения, то стоит посмотреть, ну, в целом, вообще, что там происходит. Если просто хрустит, то и пусть хрустит, как бы ничего страшного. Звуковой феномен. Вот. Плюс еще он выделяет отдельно такой хруст, как, знаете, как звук сминаемого свежего снега. Шк, шк. Есть такое, нет? Ну, это, в общем, слышали про соли. Вот эта краска соли откладывается в связках. Это вот, вот этот вот звук, как раз это вот, вот соли в связках. Ничего страшного. Ну, они плохо выводятся. Они, если очень много начинаете двигать, звук становится более мягкий. Более мягкий, более приятный. Так. Ага, просто посмотрел по времени, что происходит. Так, дальше. По колену, кстати, есть вопросы? Потому что, ну, более подробно колено еще будем разбирать на, ну, если интересно, на беговых травмах. Теперь несколько, вот щелкните слайд, если не трудно. Это прям очень короткие советы по велосипеду. Если давно занимаетесь велосипедным спортом, это, наверное, советы такие новичковые сильно, но если недавно, то, может быть, они будут очень полезными. Соответственно, чаще всего проблема с коленным суставом возникает на велосипеде из-за того, что не очень правильно подогнан сам велосипед под вас. И колено совершает не очень правильные движения. Самое вредное, что можно придумать, видели такие ребята, которые ездят на таких очень низких велосипедах, вот так вот коленки поднимают? Это самое вредное, короче. Потому что чем выше колено поднимается, да, вот это вообще просто все плохо. Но они в основном ездят на короткие дистанции. Вот. И... очень много народу говорит, что «а я вообще ничего не настраиваю, сел, поехал, и все нормально». Вот. И очень сильно надо сравнивать, сколько они ездят по объемам. То есть, если вы, например, проезжаете на неправильной посадке вообще полностью, там, скажем, в год там, 300 километров, то у вас ничего не будет. Да, а если вы за 2 недели 300 километров проехали, или там за 3 дня, то будет. Вот, соответственно, вообще, в принципе, вся циклическая нагрузка, это, знаете, как лакмусовая бумажка, к
к любому нарушению биомеханики. Да, то есть вот если что-то где-то чуть-чуть не так, то при очень большом количестве повторений этого чуть-чуть не так, вылезает какая-то проблема, которая у вас бы, например, вылезла в 80 лет, или там в 60 лет, или там в 55 лет, там, грубо говоря. А она у вас вылезет очень быстро, потому что вот то количество повторений, которые вы сделали на велосипеде, оно у вас, например, там возникло не к 60 годам, а вы это количество повторений сделали там за 2 дня. Вот, и оно у вас вылезло, да? Соответственно, на велосипеде есть большая особенность, в отличие от бега и плавания, что биомеханика ваша наслаивается еще на механику железа, на котором вы сидите. Соответственно, они должны хорошо подходить друг к другу, потому что даже если у вас идеальная биомеханика, то может быть не идеальная у велосипеда настройка. Честно говорю, всем очень рекомендую просто профессиональный байкфит сделать. То есть, ну, прям, чтобы прям с углами, угломерами, все вот это вот под один раз хотя бы поднастроили для вас. И сказали вам, какие настройки у вас. Чтобы вы могли это перенести на другой вело, если что. Или если разобрали, собрать смогли нормально. Вот. Но, так скажем, основные моменты заключаются в следующем, что высоту седла выбираем следующим образом. Зафиксировать велосипед, да, самая большая ошибка бывает, что народ подбирает высоту седла так, чтобы, если вдруг что, можно было ногу поставить на землю. Вот, и, соответственно, это очень неправильно, потому что, в принципе, если высота седла нормальная, то вы не можете ногу поставить на землю просто так. Ну, не дотянетесь. Вот, соответственно, нужно зафиксировать велосипед в станке или прификсировать его к стене, или чтобы подержали, чтобы вы могли сесть на него, да, взяться за руль, именно перейти в ту посадку, которая у вас будет, перевести педаль в нижнюю позицию, и при касании пяткой нога должна быть прямая абсолютно. А при перестановке на носок с немножко согнутым коленом. Угу. Вот здесь это все прям так у нас написано. Соответственно, смещение по горизонтали сидения подбираем таким образом, чтобы когда у нас педаль была на 3 часа, горизонтально, коленная чашечка по отвесу совпадала с первым метатарсальным суставом большого пальца. Это вот здесь. Понятно, да? Вот так. Отвес по коленной чашечке, опять приделанная. Коленная чашечка совпадала с первым метатарсальным суставом. Тогда все будет, ну, в целом, по крайней мере, неплохо хотя бы. Вот. По поводу наклона седла. Желательно, чтобы он был перпендикулярно, параллельно поверхности асфальта, грубо говоря. Если начинает давить снизу, то либо у вас там что-то с костями не очень, да, у нас есть скрученные тазы, кривые тазы, там всякие разные плохие тазы и седалищные кости. Поэтому, может быть, давить неравномерно на попу. Да, тогда подкладывают специальные подкладки там, под сиденье. Вот. Если просто давит и хочется опустить вот так вот загнуть вниз, то вы попробуйте не загнуть вниз, а прям чуть-чуть опустить, прям вот чуть-чуть. Буквально 0,5 на сантиметр может резко эта ситуация пройти. Это значительно лучше, чем сделать наклон вниз. Это вот такие простые советы, хотя главный совет сделать, лучше сделать профессиональный байкфит. Начать можно с такого доморощенного. А как его сделать? Прям просто набирайте байкфит, есть точки в Москве, 5 или 7 этих точек, сейчас увеличивается все больше и больше этих точек байкфита. Я знаю, что Макс, по-моему, да, здесь, ведь даже в Айловранинге здесь проводится, да, байкфит? Да, периодически здесь проводится, ребята делают. Вот, то есть желательно зайти и настроить велосипед, да. Если вы сами, то примерно хотя бы вот этих моментов желательно поднастроить. А так я знаю, что и здесь это проходит. Вот, что еще? Разогрев мазью, да, утепление, их хорошо бы разогреться перед тем, как поехать на велосипеде. Соответственно, если не успели разогреться сустав на холостых оборотах, то просто первый километр проезжайте на сниженной передаче сильно. Еще один момент, очень вредна для суставов рывковая нагрузка. То есть, когда вам нужно прям что-то быстро сделать, да, вот как вот ускорение, а на велосипеде, например, это когда светофор или какая-то остановка, и вы едете довольно быстро, снижаете скорость, и передачи не спускаете, да, постепенно, а на передачах на высоких остались, и получается, что вы остановились, и стартовать надо с высокой передачи, ну, потому что не успели переключить. Ну, вот. И получается, что вам первые вот эти вот
метры даются, там кто-то встает, кто-то чуть ли не прыгает, там, да, ну, резко дает толчковую нагрузку на колено, это довольно вредно. Поэтому желательно приучить себя, когда начинаешь торможение, уходить на более пониженные передачи, чтобы начать движение с нерывковой нагрузки. Вот. То есть, если вы там по шоссе лупите, то это, может, не так актуально, а вот если по городу, то это очень актуально, потому что довольно много остановок и снова про продвижение. Соответственно, пьем каждые 10-15 минут по несколько глотков и по максимуму используем контактные педали. Почему контактные педали хороши? Они более равномерно распределяют давление, ну, работу ноги, мышц ноги, да, и отсутствуют пиковые нагрузки. То есть, когда вы толкаете педаль, все время есть пик толчка. Толчок – нет толчка, толчок – нет толчка. Здесь идет более равномерная нагрузка. Плюс, если у вас вдруг сломалась одна нога, ну, там, что произошло с ногой, вы можете ее вообще отстегнуть и на одной ноге куда-то доехать, да, просто потому что с контактной педали так можно сделать. Так. По моей презентации все. Я хотел бы услышать, если есть, у вас есть вопросы. Может быть, по своим каким-то ситуациям, болям какие-то возникают непонятные ощущения или есть вопросы? Есть вопрос по болям. А чего может быть? Просто это, наверное, в той же лекции пробег, но я не видел. А чего вы здесь вот можете тянуть? Вот тут? Ну, вот эту связку и вот эту. Вот тут? Да, да. А как тянет? Ну, как бы без... Во время бега? Она чувствуется. Нет, после. После бега. Соответственно, опять же, щупаете. Да, как помните совет, вот если вы можете... если можете нащупать на поверхности, то это чаще всего места прикрепления связочного аппарата. Соответственно, попробуйте больше растягиваться после... Вопрос именно в растяжке. Попробуйте больше растягиваться. Если станет меньше, хорошо. Если не станет меньше, то обращайтесь, посмотрим. Ну, то есть... вот еще один совет. Если вы обращаетесь к врачу, да, к спортивному желательно, обращаетесь с какими-то болями, желательно не делать так. Да, у вас, например, боль какая-то есть, вы пропили таблеток, там, отдохнули и пошли к врачу. И начинаете ему рассказывать, что когда я бегу, у меня вот так там подстреливает, вот как-то так, где-то тут. Проблема в том, что для точной диагностики требуется болевой синдром. Желательно прийти на болях. То есть, если у вас есть боль от бега или от вела, то перед приемом у врача желательно прокатиться, пробежаться, вызвать эту боль и с этой болью прийти. И тогда то есть все ортопедические, то есть спортивные тесты, они направлены на агровацию, дезагровацию. То есть, ну, грубо говоря, вам будут пытаться усилить боль, уменьшить боль. Понятно, да? Если у вас боли нет, значительно сложнее выявить структуру, от которой идет боль, значительно сложнее понять точный диагноз. И тогда с большей вероятностью вы получите рекомендации из серии «помажьте, попейте Найзу», там, не знаю, что-нибудь в таком духе. То есть, если нету конкретной болевой симптоматики на время приема, очень тяжело устанавливать диагноз. Вот. И еще один момент. Если у вас появляется какая-то боль где-то, постарайтесь запомнить перед приемом врача, опять же, такие моменты. Точно, где она идет, потому что вот у меня самая большая беда, когда приходит и говорит: «Ну, вот тут». А когда? Вот когда плаваю, но вот только оплаваю. И не воспроизводится никак, ни под каким больше видом, а вот только когда плыву, вот как-то вот так вот делаю, и где-то вот тут. Вот очень тяжело работать с этими вещами, не только мне, а вообще всей медицине. Вот, соответственно, запомните, где вызывается, и запомните, это прям было бы идеально, на каком движении. Потому что если вы знаете, на каком движении боль, отсюда можно отстраивать логическую цепочку, что это за структура. Ее выдает. Хорошо? Скажите, если там проблемы с коленями, значит, смотрите, по поводу стелек, я просто... Да, по поводу стелек, просто, ну, вот я делал стельки вместе с Владимиром Нечаевым для этой сборной России по легкой атлетике, вот, и, в принципе, стельки нужны всем, да, как говорится. В принципе, правильно сделанные беговые стельки, они улучшают, в принципе, эргономику движения. То есть они не направлены на то, чтобы сделать как костыль, они направлены на то, чтобы улучшить приземление стопы и улучшить контроль над приземлением и поверхностью. Соответственно, если есть боли в коленном суставе, нужно смотреть, и смотреть, есть ли проблема с приземлением. То есть я чаще всего делаю стельки людям, если у них не плоскостопие, да, скажем, а именно проблемы с контролем и приземлением на поверхность. Потому что коленный сустав должен быть стабильным. Да?
Соответственно, если он нестабильный, виноваты обычно две вещи. Либо стопа с голеностопом, либо корпус. То есть либо сверху плохо стабилизирует, либо снизу. Соответственно, если проблема больше сверху идет, то там она решается всякими там манипуляциями, растяжками, там, массажами, там, скажем, остеопатией, еще чем-то. Вот. Если она идет со стопы, то часто к этому прибавляются стельки. Для того, чтобы более стабильно приземлялась стопа, меньше передавала вибрации, там, грубо говоря, ударов колена. А стельки на колено может? Еще как. Элементарный пример, да. Приземляетесь, происходит гиперпронация. Знаете, что такое, да, гиперпронация? Внутрь очень сильно уходит голеностоп. Соответственно, очень сильно уходит внутрь голеностоп. Видно, что происходит с коленом? Колено тоже уходит внутрь. Когда колено уходит внутрь сильно, с этой стороны связки резко растягиваются, а здесь сильно сдавливаются косточки. Здесь давление, здесь растяжение. Если это происходит 2 миллиона раз, то здесь начинают болеть связки, здесь начинает болеть косточка. Так, если примитивно. Если вы ставите стельку или спиросовок от защиты от гиперпронации, соответственно, он меньше уходит сюда, меньше долбит в колено. Как пример. Какие стельки используете? Формтотикс. Спортивные. Вот, там есть несколько вариантов спортивных стелек, но если вы изготавливаете стельки, надо, чтобы они были именно спортивные, а не ортопедические. Это очень важно, потому что ортопедические стельки жесткие, не предназначены для больших ударов на них. Красные, голубые, красно-синие, в зависимости от веса пациента, потому что красно-синие быстро раздолбывают надо, а красно-красные быстро раздолбывают, поэтому я, например, синий ставлю. Так, еще какие-нибудь вопросы? Вот по поводу этих стелек, как узнать, они нужны или можно так? Если вы у нас в организации, можете прийти на скрининг, посмотрим вас, скажем, нужны стельки, не нужны стельки. Вот. А? Скрининг, все, кто занимается в айловраннинге, проходят обследование такое, быстрая поверка суставов, суставов, там, ног там, и так далее, на которые можно выявить какие-то предпосылки к нарушению биомеханики. Либо, можно на приеме у меня, например. Я еще в клинике. А можно вопрос еще задать? Вот говорят о том, что когда бегаешь на улице, разбиваются то ли коленки, есть такое, то ли трутся, но многие же поэтому не бегают в этих беговых дорожках. Вы могли бы что-нибудь про коленки? Про беговую дорожку, разницу беговой дорожки и бега на улице. Смотрите. Есть несколько отличий кардинальных от бега на дорожке, бега на улице. Дело в том, что на беговой дорожке вы, в общем-то, не бежите. Вы, на самом деле, больше подпрыгиваете вверх. То есть, подпрыгиваете, а она под вами едет. У вас нет реального мощного продвижения вперед. Вот. Соответственно, это достаточно сильно влияет на моторику. Да? Дальше бег на улице сильно отличается еще тем, что на дорожке полностью ровная поверхность. А здесь поверхность может быть неровная, и еще какие-то препятствия, какие-то обстановка вокруг, да, и вы, может быть, меньше контроля уделяете стопам, больше отвлекаетесь, больше приходит какой-то неровной обстановке, что при слабых стабилизаторах стопы может ухудшать ситуацию в коленном суставе. Вот. Но, в принципе, бег на улице мне больше нравится, чем бег на дорожке. Речь шла про твердый грунт. Скажем, про поверхности вообще, да? Скажем так, что беговая дорожка, она мягче, чем асфальт и чем бетон, да? И самое плохое – это бег по бетону. Бетон – это прям самая плохая поверхность, которая больше всего дает удара обратно в коленный сустав. Вот, соответственно, асфальт, то мягче, чем бетон, да? Если вы бегаете по парку, то, в принципе, по мягкости это будет то же самое, что и беговая дорожка, а то и мягче даже. Это лучше кроссовками, да, регулировать? Есть? Лучше, кроме, можно брать кроссовки с повышенной амортизацией, но считается, что лучше, когда очень жесткая поверхность, регулировать удар не столько кроссовками, рассчитывать на амортизацию кроссовка, сколько мягкость приземления. То есть, если вы цокаете, прям бьете, то у вас удар, который вы даете, он у вас очень сильно возвращается обратно. Соответственно, чем тише, мягче вы приземляетесь, тем меньше удар идет обратно, тем меньше у вас проблем будет при беге по жесткой поверхности. Что может быть, когда во время плавания после 100 метров защемляет? По бедру? Да, по бедру. Что это может быть? По лампасу? Угу. А вы не сухой дальше? Нет, не сухой.
Вот здесь, вот, здесь чаще всего здесь сжимает широкая фасция бедра и напрягает широкая фасция бедра. То есть это то, что болит при колене бегуна, как, ну, когда вот, собственно, или тебя, или тракт, и те, кто ко мне регулярно ходит. То есть вот здесь вот есть мышца, которая, особенно если вы еще и бегаете, бегаете? Угу. Вот, а при беге она очень сильно включается, вот, и поджимается. Да, вот здесь вот мышца находится. Соответственно, я бы вам рекомендовал попробовать, скалка дома есть? Нет, скалку взять просто перед бассейном, да, можно с собой даже взять бассейн, и с прокручивающимся центром, и хорошо раскатать боковую поверхность бедра, прокатать, размять, или хорошо размять прям мышцы и посмотреть. Если будет это происходить, то, соответственно, скорее всего, вы просто сильно забили напрягать широкую фасцию бедра, потому что в беге он работает в выступающем режиме, то есть он как бы спазмировался и стабилизирует колено. Вот, и корпус. А в плавании он работает больше как мышца, скажем, фазическая, то есть дает движение. Вот, соответственно, если вы его на беге забили, а на плавании решили им поплавать, то можете получить вот такую ситуацию. Я вам рекомендую просто сначала для теста попробовать хорошо боковую поверхность бедра размять, размассировать перед плаванием. Хорошо? Если не сработает? Если сработает, приходите, посмотрим. Только на болях, конечно, желательно. Вместе с маленьким бассейном. Вот. Спасибо большое, что пришли. Надеюсь, услышали что-то полезное. Соответственно, всем рекомендую найти меня в Фейсбуке. Я доктор Демченко. Если у вас возникнут какие-то вопросы уже по ходу ваших тренировок, связанные с правильным опорно-двигательным аппаратом, я всегда отвечаю на Фейсбуке, каждый день его проверяю, могу ответить. Ну и если, соответственно, что-то где-то заболит, можете приходить, либо если вы занимаетесь к нам на скрининг, либо, соответственно, можете приходить к нам лечиться. Ну, можно просто набрать доктор Демченко и найдете меня сразу же. Там остеопат Демченко, врач Демченко, там что-нибудь Демченко, и все будет хорошо. Вот, спасибо за внимание. Спасибо.